О своем уходе с поста генерального директора сегодня заявил руководитель Омского аэропорта Виктор Титарев. Свое решение он объяснил тем, что временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виктор Назаров не выполнил свою часть первоначальных договоренностей, связанных с экономическими преобразованиями в Омском аэропорту. В сложившихся условиях продолжать сотрудничество для Виктора Титарева, карьера которого связана с антикризисным управлением и решением специфических управленческих задач, оказалась бессмысленной.